На выходных Орловщина праздновала День работника леса. Ранее губернатор Андрей Клычков посетил музей-усадьбу Шатиловых Новодеревеньковского района. Он поздравил лесников с профессиональным праздником. Я хочу пожелать вам в преддверии вашего праздника, чтобы то душевное, что вас побудило когда-то выбрать вашу профессию, также подкреплялось возможностями, и правительство области будет стараться максимально наполнять эти возможности у вас. Еще раз с праздником! Также почетные гости села Маховое вручили работникам леса грамоты, после чего все отправились отведать дары Шатиловского леса. Ему, кстати, в этом году исполнилось 200 лет. Я считаю, что этот праздник, ну не только он наш, это праздник всех, кто любит лес, и он лишний раз призван напомнить людям о значении леса в жизни человека.